Так, всех приветствую. Очередное занятие по довоенной подготовке. Значит, сегодня у нас три точки. Моя точка – это поиск противника, обнаружение базы, соответственно, уничтожение условного противника и зачистка базы. Сегодня проведем первое практическое вводное занятие. Так, сейчас микшуемся. Нет такого понятия, как новички, средние, основные. Поэтому каждый в своей группе. Да, но предлагаю поставить хитрую растяжку. Мы ставим две. Одну из двух гранат. Не между гранатой и деревом, а условно между гранатой и гранатой. А вторую также рядом с тропой на пути следования по обходу тропы где-нибудь в кустах, так чтобы она была выше и поражала скорб. Понял, первый. Ты первый занимаешь, потому что нельзя же проходить, да. Теперь побежал второй. Желательно вон куда-нибудь, да, в центр. Все, побежали. Я буду показывать, объясню почему. У вас просто расположили, чтобы вы примерно понимали, где она и все и как. Так, я когда минировал базу, потерял из этого рюкзачка селфи-палку. Поэтому сегодня снимаем исключительно, как говорится, на руках. Командир, контакт на 9 часов. Вижу противника. Полный рост, никто не бегает! Куда ты побежал? На линии огня надежды! Шара держу. Выбрали себе укрытие. Все, по одному, по два человека начинаем. Согнув, полный рост, никто не бегает. Полуприседа подходим. Время у нас 13:25, у нас 20 минут. Док, подтягивай. Противник вон. Леша, ближе подойди, вообще не видно, как командира. Главное найти ее. Иди. Там была одна, была вторая. Где-то вот здесь. Смотри. Гранату вижу. Давай, давай. Увидел ты ее раньше. Все. Усики убрал, снял. Громко докладываю командиру. Командир, граната обезврежена. Левый фланг еще больше. Заходите, вы будете зачищать. Так, у всех видимость контакта. Ну, вы очень близко, конечно, подошли. Тут уже зачистка должна быть. Это не вариант. Все, начинаем отрабатывать по базе. Отрабатываем по базе. Гранату. Куда ты нахрен бросила? Куда ты бросила? Куда ты ее бросила? Перебежками вон туда, вдвоем что ли? Стой, ты вот встал, да, ты встал! И туда беги, он тебя держит! Еще дальше убегай! А ты дальше сейчас переходишь, и оттуда начнете зачищать. Ты к этой березе, встань туда! К березе, к дереву! Ты дальше, одной линией! Внимание, зачистка, группа, пошла! Один бежит, другой прикрывает. Все, зачищено. Оп. Растяжка подорвалась, света 300. Эвакуация, имитация ранения. Правая нога, накладываем взвод. Сразу вытащу ее за дерево. В первую очередь за дерево. Автомат убрал ее, да. Поставил на предохранитель. За дерево ее оттащи. Видишь, дерево рядом, правильно? Рассматриваем, что это не артериальное, так сказать, кровотечение, а именно просто. Все, оказывай помощь. Захар, к дереву. Держи, твоя защита тут. Накладывай жгут. Эвакуируй. Ползком также. Поехали. Обращаем внимание, мы не встаем, потому что рискуем оказаться в зоне видимости противника, и это чревато пулей. Значит, разбор. Значит, реально нашли растяжку. Ты под ней прополз, правильно? Да, надо было это обозначить. Вон там растяжка, там она сорвана, но она не сработала. Рупы работают хорошо, головняк смотрит. Еще раз говорю, я тоже, получается, чуть-чуть виноват, потому что вмешиваюсь. У головняка одно видение, у командира другое. Я просто старался, по большей части, если честно, больше завинтить фланг, чтобы кто-то, ну, подорвался. Только вот из-за этого. Ты туда, только из-за этого. Группа, которая была с Александром со мной, у тебя группа, которая была с Владом, правильно? И моя группа, которая была, относится на растяжке. Ты, потом второй, да. Итак, контакт начинается. Атакуем базу. Бам-бам-бам. Гранатчики, пошли. Раз. Вторая. Антон, стой. Вот так. О, молодец, бросил. Хорошо. Бам-бам-бам-бам-бам. Так, Селин, правый фланг начинает зачистку. Ага, взял. Смотришь, да? Все отлично. Да. На линию огня подходить. Линия огня я должна быть не скользь путь. Держу. Дальше зачищай. Ты подбегай вот сюда. Без них-то. Держу.
Идем аккуратно. Третья группа. Работаем у противника. Идет четвертый час занятий. Смотрим внимательно. Обнаружили противника. Все, головной дозор разворачивается. Пока вас не увидели, быстро выстроитесь с точки зрения учебы в боевой порядок перебежками. Быстрей. Это головной, да? Перебежками, низкий план. Вон туда иди, под то дерево. Под то дерево. Не, ближе лечь! Сесть! Идут как на прогулке полуприседом. На правый фланг, на левый фланг надо сделать. Одну тройку послать. Вы стоите на месте, головняк. Все, линию делает. Еще раз вам повторюсь. Мы сейчас делаем чуть-чуть неправильно. Потому что у нас время ограничено. А это все делается переползанием исключительно. Сделайте линию. Прошло через суд, например, и вышло в бок. Я так и хочу. Чтобы когда, допустим, если леска натянется, чтобы чека выскочила. Бабах! Использовали черную нитку. Вот, сделали растяжку, в дупло воткнули, чтобы стояло мертво. Разогнули усики, одним усом воткнули. Чуть-чуть подвытащили, чтобы легко унималась. Угу. Чека. Вот она еле держится. Блин, страшно. Вот она отскочит, скоба или нет, сниму потом. Иду, вздеваю. Есть? Да. Так, прошло занятие, в общей сложности 4 часа оно длилось. Еще раз говорю, мы двигаемся по этапу. Вспомните, как все только начиналось. Все, всем спасибо.